позвонила сегодня трактористу, мужичку, который нам тут пахал осенью. Вот, сказал, приедет нам, вспашет. У него сейчас, говорит, очень много заказов. Молодец, говорит, к концу недели, в общем, должен приехать к нам. Потому что земля дубовая, надо ее еще раз пропахать хорошенечко под картошку, чтобы нормально было. Вот, а я таскаю землю в эти клумбы. Сейчас приду. Таскала земли в клумбы. Сейчас разровняю и потом сюда петунью посажу. Посадила я петунью. И, ну, петунью-то я раньше посадила. И сегодня посадила еще какие-то цветочки. Сейчас я покажу, что это за цветочки. Даже, если честно, название не запомнила. Вот. Да вот, друзья. Утром солнышко, в обед уже пасмурно. Это вот такие вот у нас качели. Почти каждый день в последнее время. Погода может мгновенно измениться. Быть плюс 15, плюс 20 и сразу на минус. Моментально. Днем хороший плюс, ночью минус. Цветочки у нас уже вон как вытянулись вдоль забора. Я их подрыхлила маленечко. Это нарциссы мне написали. И чуть-чуть этих есть, тюльпанов. Тюльпанов мало. В основном нарциссы. Вот они, блин, так густо посажены. Я не знаю. Желтенькие, да? Да, вот эти вот желтенькие, ой, это нарциссы. А вон там, вон, видишь, это тюльпаны будут. Ну-ка, заходи домой, что-то похолодало. Давай. Друзья, смотрите, кого мы здесь нашли. Кто это у нас? Это ёжик. Надо его прям к нам на участок, чтобы змей нафиг не было. Да, Доня? Смотри, чтобы Миша, блин, не укололся. Миша? Ксюша, руками его трогать нельзя. Не фырчит? Нет. Он маленький. Ну, они только проснулись, а господи, они еще вялые все. Ну, тут вдруг у него пузичко. На пузичко хочешь посмотреть? Да. Я боюсь его вырывать. Смотри, они кусаются, дочь. Это нам клубочек. Ну все, пускай он бежит. Все, клубок смотался, даже не это, не видно. Все, Ксю, давай его не будем пугать, пускай. У нас ежики в том году на участке жили, пускай. Классный? Все, давай не будем его пугать, пошли. А что, он долго так будет? Пока мы не уйдем, он так и будет в клубочке лежать. Ты а чего? Если мы уйдем? Надо вот этот вот мусор подобрать. Да. Миша дурак такой, на ежика лает, а сам боится его. Ой, Миша, сыкло ты наше. Он боится, его боится. А я косточку взял, убежал. Всем привет. У нас новый день. Евгенька собирается в школу. А перчатка же не упала. Ну, ты, видать, что-то доставала и я уронила. Это, свет отключишь, дочь, здесь? Всем привет. Светлана, мы уже со Светланой пришли с поликлиники. Ходили мы сегодня к травматологу-ортопеду. Вот, у нас что-то творится с суставом уже на протяжении более, наверное, 2 недель. Более, потому что мы 2 недели только записи ждали. Вот. Дали нам направление на снимок. Завтра едем делать снимок в ЦРБ. Вот, сейчас Светочка завтракает, пойдет в школу. Я давай, дочь, не чвянься. Кашу, чтоб сопала.
Миша заскочил домой, паразит. У нас сегодня ясно, классно, прям погода вообще обалденная. Что ты его обнимаешь? Ой, зайка. Твой зайка? Да. Я вчера таскала землю в клумбы. Надо будет вот последние вот эти цветы пообрезать сегодня, если времени хватит. Давай, Дуня, пока. А сколько уроков? Угу. Ой. В общем, капец, как ушли мы с ней в 8 утра, так и до обеда, считай, проторчали в поликлинике. Нам уже остыло, Дуня, кушай. Ты пока не поешь, я тебя из дома не выпущу. Ты не ешь ничего в школе, от слова совсем ничего. Я сейчас, ты уйдешь, буду кушать, готовить. Дома вообще шаром покати, не все съели. Потому что завтра нам с тобой опять таскаться по больничкам. Чтобы у нас наготовлено было. Мы кушаем кашу манную, ребяточки. Я хоть не лохматая, даже в зеркало не посмотрелась. Нормальная мама? Угу. Пойдет, да? Угу. Вот, что-то у нас какая-то фигня с суставом, друзья. Не знаю я, что это такое. Но чтобы перебдеть, лучше сделать снимок, лучше посмотреть, потому что я паникерша, я боюсь, что там что-то у нее, не дай бог, какая-нибудь наследственность от папы, от бабушки. Очень переживаю за это, поэтому... Лучше узнать, что почем. Нога уже болит больше 2 недель. 2 недели мы только записи ждали. И до этого она еще с недели точно болела. Да, Люча? Да. Ну ты так сильно, ты не дуй. А то прям мне в лицо полетит. Что приготовить-то сегодня? Даже не знаю. Спагетти. Нет, Дунь. Надо, во-первых, супчик сварить. Это обязательно. Уже остыло. Хлеб надо поставить, но хлеба нет. Угу. Картошечка. Картошечка уже вот тут вот там. Тогда? Эти драники. Драники уже вот тут вот так. Для меня. Сколько можно их готовить? Сколько я хочу? Нет, уже надоело. Намазать хлеб маслом? Ешь кашу, обязательно. Сейчас я какой-нибудь щец сварю. Что такое щец? Пироги стряпать точно не буду. Надоело. Тоже каждый божий день, через день. Блинчики. Блинчики тоже часто стряпаем. Придумаю, что сегодня приготовить. Гренки. Гренки не часто. Беляши. Беляши, да много ели пироги, дочь. Это не пирог, это беляш. Угу. Я кушай кашу. Давай гренки. Кушай кашу. От физкультуры Светлану освободили. Пока. Учительнице скажи, что завтра мы успеем в школу, ты успеешь, мы утром в больницу съездим, а послезавтра ты в школу не идешь. Угу. Ну, я ее предупреждала. А напомни. Я тебе завтра напомню. Скоро уже Ксюнька придет, а у меня ничего готового нету. Мы столько с тобой проходили. Угу. Я не думала, что это займет столько времени. Там еще очередь. Угу. Вот ты даже не кушаешь, я дочь. Я еду. Кстати, там еще проверяют, да? Что? Не, ну, много надо было проверять. Там что-нибудь другое проверяют.
Потому что болит. Даже голову? Голову там не проверяют. Мама уже съела. Ты сидишь, дуешь. Она холодная совершенно. А зачем нам в четверг в больницу? Ну, мы завтра с тобой снимок сделаем. И нам с этим снимком надо в больницу обратно к врачу. Он же сказал сразу со снимком ко мне без записи. К врачу. Кто нам будет говорить, что у тебя там на снимке? Кости. Угу. А что с твоей костью? Почему она у тебя болит уже так долго? Это же ненормально. О, давай лопай. Ты даже кашу плохо есть стала. Ты так манку хорошо кушала, Свет. Давай. Чашка была пуста, тебе уже скоро выходить. Сегодня ночью был мороз. И, видать, он засыпает или замерзает. Ежик, просыпайся. Замерзает, скорее всего. Сегодня прям минус 3 градуса было. Ты что, не нашел себе норку? Ну-ка, ты живой? Ёжик. Да. Он спит. Ему холодно. Холодно, да. Что, посадим его в коробку? Давай. Лопата где? Тащи лопату, его руками брать нельзя. Операция ёжик завершена. Вот он. Красавчик сидит. Спит. Да, он прям спит, ага. В общем, я прекрасно знаю, что ежики это разносчики заразы. Ну, пока на улице минус ночью, ну, подержим его несколько дней дома. И аккуратно отпустим. Мы его даже в руки не брали. Только вот на лопату, ногой и все. Главное, чтобы он из коробки ночью не свалил. Да он не свалит. Он отогреется, ага. Мам, да он не смоет. Не свалит, думаешь? Он не сможет. Ну, пускай он хотя бы погреется, потому что он прям замерзал на улице, главное, прям спал. Вот и собака ночевали. Назвали мы его Василием. Василий кушал у нас яблочко уже. Кушал. Отогрелся, ну, шевелиться начал, вообще не шевелился. Надо вот единственное какое-то блюдечко, и в блюдечко ему попить налить. Молочка или еще чего-нибудь. Крышечку, да. Ну все, Вася поживет у нас несколько дней. И как только ночью перестанет минус быть, мы сразу его отпустим. Потому что, ну, такой Вася нам в доме не нужен. Тетрадки. Что там? Листочек какой-то с учебника выпал у Ксюни. Мы делаем уроки. Что тут ты мне хочешь показать? Пять. А, так ты похвастаться пришла, да? Ну-ка, давай посмотрим. Я всегда делаю домашку. Дамаску? Да. 4. 4. Не 5. Одна ошибочка, да? Да. Ничего страшного. 2. Одна. Одна. А тут она не проверяла. Ну, это новая тетрадь у тебя, да? Да, это новая тетрадь. Так, ты уроки делаешь, мадам? Да, я спрашиваю. Подними, это листочек у Ксюши из учебника выпал. Давай сюда. Ксюша, тебе листочек. Что, ты доучила, дочь? Будешь рассказывать? Нет? Не хочу. Ну, а как ты доучила, если не хочу? А где ты? Мне дай учебник-то, я же не вижу, что за стих. Как не в учебнике, в телефоне у меня есть. Сна выставляется первая рама, и в комнату сум ворвался, и благовест ближнего храма, и говор народа, и стук колеса. Мне в душу поверила жизнью и волей. Мне в душу поверила жизнью и волей. Вон, да. Вон, да, и голубая видна. И хочется в поле, в широкое поле. Где... Шествуя. Где шествуя, сыплет цветами весна. Чуть-чуть ты не доучила, доча. Да я эту строчку не могу выучить. Ну, какую строчку? Чуть-чуть, ты так прям руками размахивалась. Я думала, ты шторы оторвешь. Молодец, чуть-чуть доучи. Все, это мы домашнее задание делаем. Да и в школе задавали. А ты что у меня тут делаешь? Тоже пишешь? Угу. Как всегда, мельчишь, да?
Да это мой почерк. Еще одна артистка. У нас в доме одни артисты.